Объявлен аукцион на строительство пешеходного моста через Тьмаку от стадиона «Химия» к острову Памяти, на котором располагается часовня Михаила Тверского. Потратить на строительство моста планируется чуть больше 149 миллионов рублей. Средства выделены из городского бюджета. Длина моста будет составлять 88 метров, ширина 5,5. Несмотря на то, что он будет пешеходным, по нему смогут проехать и машины экстренных служб в случае крайней необходимости. Работы по строительству должны быть выполнены до 30 ноября 2020 года. Напомним, первые планы по строительству объекта озвучивал еще в 2015 году экс-глава администрации Твери Юрий Тимофеев.